вечер на Думской в прямом эфире продолжается. Говорим о главном сейчас в студии Александр Новицкий. И Алла Есина. Мы завершаем этот день и достаточно насыщенный вечер на Думской ТВ. Все одной и той же горячей темой. Темой, которая сделала эту неделю, задала тон всем недельным рассуждениям. По какой причине губернатор Одесской области покидает свой пост? И покидает ли? Об этом поговорим с нашим следующим гостем, глава фонда «На благо Одессы» Тимурас Нишнеонидзе. Тимурас, здравствуйте. Добрый вечер. Тимурас, есть несколько вопросов, которые хотел бы задать тебе. И спасибо огромное за то, что ты постоянно приходишь к нам и пытаешься просветить нас на тему личности этого действительно большого человека, этого исторического персонажа, этого политика, без которого мировая история политики в принципе невозможна. Но хотим спросить прямо. Первое. Что произошло? Почему он это сделал? Ну, все очень просто и понятно. Произошло то, что лично, по моим наблюдениям, должно было произойти еще заблаговременно до этого. Все пришло к своему логическому завершению. Если спросить меня, честно говоря, то лично и ресурс я оценивал на полгода, на 8 месяцев. Поэтому я помню прекрасно заявление еще, почти похожее заявление в апреле месяце, когда губернатор практически был готов. Это я как говорю, не как человек, который работал в команде, как человек, который наблюдает со стороны. Значит, в апреле был готов подать в отставку, но и не знал, что тогда произошло. И вот сегодня буквально принял то решение, которое, в моем понимании, он должен был принять еще до этого заблаговременно. Знал ли ты об этом как-то за какое-то время? Ну, я догадывался, потому что в этих условиях, в каких он работал, невозможно было работать. И я даже удивлялся, что почему-то не произошло до сегодняшнего дня. Но то, что произошло сегодня, это не удивительно. Но представители оппозиционного блока, что это должно было произойти полгода назад. Что за условия, в которых работал Михаил? Не, условия, когда система сопротивляется, тебе не дают полномочий, обещают одно и делают другое, в этих условиях невозможно работать, проводить реформы. Михаил по своей сути, по своей сущности реформатор, он на деле доказал, в Грузии провел реформы, поэтому он как минимум хотел то же самое провести здесь. И за полгода четко было видно и понятно, что реформе не удается, потому что не дают, потому что система саботирует в этой части Киев. Поэтому в этих реалиях можно было, сразу видно было, что ничего не получается, нужно было принимать такое решение. В принципе, можно было его принять. И в апреле месяце, я просто помню эти месяцы заявления в ЦНАП и губернатора, когда практически он был готов, когда вместе со своей командой давал пресс-конференцию, но потом последовало, наверное, какой-то этап новых договоренностей. Да? Снова разочарование. Снова неоправданные надежды, и, естественно, он принял сегодня абсолютно логическое, нормальное решение. Подает в отставку, и тут у меня нет сомнений, что отставка – это реально, а не какой-то очередной фейк. Тимурас, не секрет, что какое-то время вы занимали должность практически в областном совете, потом были выведены, скажем так, своим собственным решением и как-то так сыграли схему советника в статусе этого советника – внештатного, остаетесь в настоящий момент до сих пор. То есть можно предполагать, что вы каким-то образом согласовываете свои действия с господином Саакашвили даже в настоящий момент, придя к нам, вы наверняка могли предупредить его об этом, и это нормально. Вы являетесь главой фонда, который называется «На благо Одессы», который связывают с поддержкой каких-то начинаний губернатора, с его популяризацией, с его какими-то теневыми схемами, что и говорить. Команда сейчас может начать разваливаться. Это уже, скорее всего, произойдет. Что будет с фондом и что будет с теми проектами, которые вы сейчас ведете? Я как глава фонда хочу абсолютно ответственно заявить, что ни одно действие мое не согласовывается с губернатором. Безусловно, фонд сотрудничает с областной администрацией. Пару проектов в начале фонда мы осуществляли по просьбе администрации, в том числе, вы помните эти проекты, это общественная приемная и ряд других проектов, в том числе пропускной пункт Кучурган по просьбе Марушевской, и ряд других проектов, я сейчас все не буду перечислять. Тут администрация просила, ходатайствовала, и мы находили финансирование, и по согласованию только с учредителями фонда это решение принимал. Тем более по поводу сегодняшнего визита к вам в эфире губернатора, естественно, и не говорили, потому что глупо. Конкретные социальные проекты, которые я делал с фонда, например, библиотека Грушевского, безусловно, с ним не согласовывалось, потому что никакого отношения губернатор к этому не имеет. И не знаю, верите вы, не верите, но... Была ли на открытии этой библиотеки Соломея Бобровская? Соломея была. Она курировала проект. Я про это говорю, как можно было... Я тоже была на открытии библиотеки, поэтому могу сказать. Прошу заметить, что губернатора не было на открытии. Но Соломея — это прямой наследник решения губернатора.
Нет, Саломея Бобровская была по одной простой причине, потому что в осуществлении этого проекта идейно участвовала она лично, потому что она курирует направление гуманитарного блока и библиотеки, и образование взагалі входит в ее курацию. Останется Саломея в команде? Я думаю, что да. Тут что мне нравится в Михаиле Саакашвили, несмотря на то, что его называют каким-то радикалом, да, он, у него есть повышенное чувство ответственности. И понимая о том, что область входит, верно, уже вошло в зимний период, понимая то, что есть ряд других задач, и есть только единственный заступник, он, насколько я вижу, да, в сообщениях... Заступник кто? Бобровская, заместитель. Единственный заместитель. Заместитель, да. То есть, вот, что мне нравится, к чему я веду, что в его заявлениях я не вижу призыва к команде подать в отставку. Поэтому никто же не заявил, допустим. Ну, сегодня все ждали, что, Ни Марушевская, ни Варивода, ни главы районов, ни Бобровская. Поэтому я думаю, что в том числе, если конкретно по поводу Бобровской, ну, она должна остаться, она останется, потому что она единственный заместитель, и оставить в регион без никого было бы, наверное, неправильно. Это лично мое мнение. Поэтому я думаю, что она остается, и губернатор не призывает никого, как вы видите, подать вот в отставку, чтобы вся команда подала. Вы часть команды. На текущий момент, Таймураз, вы остаетесь на посту председателя этого фонда. Вы не собираетесь покидать территорию Украины, и вы собираетесь продолжать действия в рамках фонда на благо Одессы. Безусловно. Сегодняшнее заявление губернатора не имеет никакого отношения к фонду и к моему личному решению. Безусловно, у меня есть проект, которых я веду, на меня есть возложение какие-то там доверия учредителей, я не могу их подвести, поэтому я продолжаю работать на этом посту. Я, тем более у меня сейчас есть проект, который веду по туберкулезной клинике областной, и пока я не доведу все мои проекты, я никуда не собираюсь уходить. Я не говорю о том, что я держу за это кресло, и в перспективе у меня нету и желания здесь, ну, работать как-то долгое время. А как учредители вообще относятся к подобному решению? Но сегодня не стоит вопрос о том, что я куда-то ухожу, я остаюсь, продолжаю работать на своей должности. Учредителями не общался, я думал, что, ну, как можно отнестись? Абсолютно нормально, спокойно и взвешенно. Да? Губернатор принял решение, которое было ожидаемо, поэтому ничего удивительного я в этом лично не вижу. Сегодня наш коллега Роман Семенов пообщался с одесситами, чем им запомнился Михаил Саакашвили. Я хочу, чтобы вы тоже услышали, что говорят одесситы, и после продолжим разговор. Были надежды, что все будет хорошо, но, наверное, что-то не так. Поэтому, я думаю, он недаром подал в отставку. Мой любимый пляж, по крайней мере, теперь в моей доступности. Хорошие были отзывы не у меня, у моих знакомых в центре обслуживания громадян. Пожалуй, больше ничего. Дорога Рыни, по-моему, строится. Он возле памятника Шевченко вышел общаться с народом. И когда к нему мы подошли, там бабки такие, как я, и спросили, как вы считаете, можно на 1000 гривен нашей пенсии прожить и купить лекарства? Он говорит, я не школьник, чтобы вам отвечать. Воспоминания только то, что пляж вернул в народную собственность. Ну, так, не следил особо за политикой. Он хотел сделать Одесскую область, назвать грузинской. Все, будьте здоровы. Но ему не удалось. Первое, то, что могу сказать, это центр админуслуг. Это очень удобная штука. Я в тот же день, когда приехал президент, сразу же сделал себе СПД. И за 10 минут без каких-либо денег, когда мне юристы говорили 3000 гривен за это платить, я считаю, что это прекрасно. Ну, это не делал ни один губернатор, насколько я помню, за последние там лет 10. Запомнился то, что он снес там на пляж какие-то строения, вот это я помню. А больше я не слежу. Он пытался создать, в общем-то, бескоррупционную у нас жизнь. Ну, вероятно, у него не получилось. Очень жаль. Будем надеяться на лучшее. Пустые обещания. Что еще? Все? Это все, что запомнится о нем? Наверное, все-таки запомнился тем, что была надежда, что политические наши деятели будут ближе к людям, и что их такие вот движения в сторону людей, в сторону своего электората, они не будут только пиар-акцией. Мы как бы особо за его деятельностью не следили, так что... Но тем не менее, может быть, что-то осталось в вашей памяти? У тебя осталось что-то? Нет, запомнился тем, что пытался открыть закрытые пляжи, тем, что было здание, я сама не одесситка, но слышала, что было здание, которое одесситы за него очень воевали, и какие-то частники его все-таки снесли, хотя Саакашвили пытался их сдержать. Итак, это яркие проекты, которые практически ни один не был доведен до конца. Вот приписывают губернатору библиотеку девушки.
А вы говорите, Тимурас, что... Областную библиотеку? Ну, областная библиотека – это социальный проект благотворительного фонда. Господин губернатор не имеет к нему отношения, и невозможно сказать, что этот проект не был завершен. Мы сделали один из самых лучших, красивых библиотек в области. Я думаю, что на протяжении многих десятилетий, я десяти буду в этом убеждаться, будут приходить туда и приобщаться к знаниям. Поэтому это, наверное, один из самых важных проектов, за которые мы взялись и сделали. Аналогов, честно говоря, я не видел в Одессе, чтобы кто-то такие проекты делал. Ну, такого, честно говоря, дизайна уникального библиотеку я вообще не видел, но вопрос у меня последний. Сейчас я знаю, что вы спешите, вы заняты. Вопрос такой, что будет делать дальше губернатор, экс-президент, есть у него амбиции в украинской политике, что будет с партией Хвыля, которая, в принципе, вот уже сегодня особенно на слуху у всех, и будете ли вы заниматься чем-то в Хвыле? Я деталей не знаю, поэтому конкретно говорить не могу, могу только предполагать. Я думаю, что у господина Саакашвили большое будущее в украинской политике. Я думаю, что он уйдет в оппозицию и будет создавать какую-то политическую силу. Это я так думаю. Я думаю, что та политическая сила, если все-таки у него создаст, имеет огромное будущее в Украине. Я думаю, что он как раз этим будет заниматься. И ваша роль? Лично у меня, я еще раз повторяю, что в украинской политике нет амбиций. Я не собираюсь изменять грузинскому подданству, у меня грузинский паспорт, не собираюсь его менять. И я себя не вижу в украинской политике. Я лично симпатизирую губернатору. Если от него я получу какие-то приглашения, я готов их рассмотреть, так как, еще раз говорю, что я достаточно симпатизирую и достаточно давно был у него в команде. Я ему желаю больших успехов. И любые предложения, если будут в адрес меня, я готов их рассматривать. Пока что предложений нет. И пока я не готов идти ни в какую политику. Я занимаюсь благотворительностью, общественными проектами. И хочу в ближайшее время зацикливаться именно над этим участком. Поэтому Тимурас, благодарю, что нашли время присоединиться к работе нашей студии. Желаю вам успеха завтра на презентации вашего авторства. Спасибо. Книги. Напоминаю, что у нас в гостях был глава фонда «На благо Одессы» Тимурас Нишнеонидзе. Мы прервемся на небольшую рекламу. И в завершении поговорим об отставке Михаила Саакашвили. Оставайтесь на Думской ТВ. Будет интересно.